Рыхтуйте лыжи. Завтра в областном центре пройдет зимовое спортивное свято «Гомельская лыжня 2021». Мероприемство примет биатлонный комплекс «СОЖ» на Луговой. Там отбудется массовый лыжный забег. Проверить свою физподрыхтовку смогут все желающие. Регистрация удельников начнется с 12 годин, а сам забег протягнется с 14 до 15.20. Дистанция лыжной гонки 1000 метров у женщин и 2000 у мужчин. Удельники во возрасте от 60 годов будут бежать 500 метров. Все лыжники обязаны иметь допуск от врача. А кроме того, у 9 ранницы у рамках Гомельской лыжни стартует один день безопасности. Гостей чекают интерактивные пляцовки от воротовальников, выстава пожарной техники, ростовые ляльки, герои мультфильма «Чаровная книга», концертная программа и полевая кухня, а так само призы и подарунки.